подготовки. Народная художественная культура, профиль, теория и история народной художественной культуры, заочной формы обучения. Руководитель курса, доцент кафедры традиционной культуры и народного инструментального исполнительства Приушина Елена Владимировна. Концертмейстеры Витошнов Алексей Николаевич, Филатов Степан Александрович, Чеботарева Галина Николаевна. Выпускники: Коновалова Анастасия, Вадим Поляков, Диденко Андрей, Банникова Надежда, Александр Арнаут Ленин, Охотникова Мария. Андрей из Норильска. С малых лет его водили на всевозможные фольклорные посиделки, вечерки, концерты. В малом возрасте он ничего не понимал, но что-то внутри его настолько сильно трогало, что все это окружение ему очень нравилось. После окончания музыкальной школы по классу фортепиано он окончательно принял решение поступать в местный колледж на отделение сольное и хоровое народное пение. Тут-то все и закружилось. Концерты, вечерки, интересные беседы и многое другое. После окончания колледжа поступил во ВГИК. Здесь он обрел свой второй дом. В данный момент, живя в Норильске, Андрей является преподавателем вокала, фольклорной хореографии, а также руководителем ансамбля мальчиков «Застава» при музыкальной школе. Надо, ой, только ведь.
Надежда вспоминает, как прадеды Усть-Медведицкого округа с детства передавали им, детям, что помнили, как жили в донских хуторах, как воевали, собирались, бывало, в праздничные дни с друзьями, соседями, играли песни, вспоминали былое. К донским корням и традициям Надежда вернулась, когда было уже трое деток. Купили в родовой станице Перекопской на берегу Дона дом, реставрируют его всей семьей, мечтают сделать обстановку, как было лет 100 тому назад. Надежда занимается изучением и пошивом костюмов казаков Верхнего Дона. Много путешествует с семьей по казачьим землям. Совместная работа в сообществе ВКонтакте в объединении «Грушица» натолкнула ее на мысль о необходимости получения высшего профессионального образования на нашей кафедре. Вадим родился в казачьей станице Кумылжинской Волгоградской области, в месте, которое вдоль и поперек пропитано казачьей историей. Деды и прадеды Вадима являлись казаками. С самого детства практически каждое застолье Вадим выступал для гостей, но только за деньги. Окончив Михайловский профессионально-педагогический колледж по специальности «Социально-культурная деятельность», он начал работу в местном доме культуры специалистом по работе с молодежью. И уже в процессе работы исполнил свою маленькую мечту, поступив в Волгоградский институт искусств и культуры по направлению «Народная художественная культура». Yeah.
Когда-то Александр даже и не знал, что его казачий род известен аж с начала 17 века. Казаки были для него только картинкой из фильма на экране, героями из книг Шолохова. Он увлекался исторической реконструкцией, делал кольчуги и доспехи. После переезда в станицу Кумылжинскую, на территорию бывшего Хоперского округа Всевеликого войска Донского, Александр открыл для себя казачью культуру. Вместе с женой пел в фольклорном ансамбле «Старина» и «Кумов Яр». Здесь он начал заниматься возрождением старинного чеботарного ремесла. Вместе с женой они создали семейную мастерскую «Чеботарев-Курень», которую назвали по фамилии предков его жены. В 2019 году на фестивале в Ростове-на-Дону Александр получил приглашение от преподавателей Волгоградского государственного института искусств и культуры поступить в ВУЗ для изучения фольклора. Припел я, кровь заиграла, услышал я дерзкие слова, да ну слова. В ногу, ребята, идите, в ногу, ребята, раз, два, раз и два. Ребята, теперь седина в голове, в голове. В ногу, ребята, едите. В ногу, ребята, раз, два, раз и два. В ногу, ребята, едите. Оскорбил я офицера, эх, молотым он, оскорблять, оскорблять. В ногу, ребята, едите, в ногу, ребята, раз, два, раз и два. Оскорбление военному делу надо лежит. В ногу, ребята, едите. В ногу, ребята, раз, два, раз и два. В ногу, ребята, едите. Старого солдата для примера, он должен меня расстрелять. В ногу, ребята, едите. В ногу, ребята, раз, два, раз и два. Тянуться еще раз. В ногу, ребята, едите. В ногу, ребята, раз, два, раз и два. В ногу, ребята, едите. В ногу, ребята, раз, два, раз и два. Ребята, вернее, и бей по
попадая прямо в грудь, прямо в грудь. В ногу, ребята, иди. Анастасия родилась в селе Панфилово Новоаннинского района Волгоградской области. С раннего детства начала увлекаться музыкой. Изначально к фольклору это и близко не имело отношения, ведь ее интересовал только тяжелый рок. Играла в рок-группе на барабанах и пела. Затем в местном доме культуры стала петь в народном ансамбле, но много раз хотела бросить, потому что «а как же мечта играть на барабанах?» Буйство юношеского максимализма утихло, и Анастасия все больше и больше открывала для себя мир народной песни, казачьей культуры. Стала больше спрашивать у бабушки и у мамы. Так волею судьбы подала документы в ВГИК. А дальше бесконечная любовь, огромное количество новых знакомств, фестивалей, увлечение реконструкцией казачьего костюма, начало работы уже в профессиональных коллективах в качестве артистки хора. Стремясь куда-то вдаль, в прозрачном воздухе купалась.
Мария родилась в городе Суровикино в Волгоградской области в семье священника. В школьные годы в ней проснулась творческая жилка. Она начала ходить в музыкальную школу, стала посещать театральный кружок и пела в школьном хоре. Любовь к истории ей привили папа и бабушки. Они рассказывали различные интересные исторические события, которые происходили на Донской земле. А в доме часто звучали записи казачьих песен таких ансамблей, как «Казачий круг», «Станица», «Казачья воля». С детства Мария слышала, как на семейных праздниках исполняли казачьи песни. Большой интерес к фольклору появился тогда, когда она стала учиться в колледже. Ей было интересно изучать традиции и культуры русского народа, но больше всего интересовало казачье направление – быт, уклад, обычаи и обряды казаков. Поэтому она поступила на кафедру традиционной культуры и народного инструментального. Милуются.
белою до постель. Ой, ложись, ложись, а ты, друг, размилай нам на мою белую до постель. Легкой злой самой сильной, белая на край до постель. Yeah.
И зрители, и в завершении нашей программы мы хотели бы передать ниточку времени, которая связывает нас с нашими предками, передает через поколение, традиции, устои какие-то, обычаи. Нашим, в общем, все хотим мы это передать нашим детям из ансамбля «Ягодка». Андрюша, переходите.